Здравствуйте. Томат розовый банан от компании Гавриш. Вот такие плодики. И сейчас покажу вам на кустах, какие они. Пройдемся в его ряд и покажу. Посадил я с оригинального куста Гавриш. И, честно скажу, выросло все, что угодно. Приходится отбирать правильную форму. Вот это вот такие плоды. А есть и вот такие гиганты какие-то. Есть и вот такие, такие и такие даже. У меня 15 кустиков. Много таких крупных. Все остальное идет. Правильная форма. Форма банана. Я выращивал сорт оранжевый банан. Он был вот такой формы и такого веса. Ну, я считаю, что это вот правильный банан. Кстати, плоды от переизбытка влаги треснули. Куст высотой до метра. По сроку созревания раннеспелый. Плоды розовые. Длиной до 5-6 сантиметров. Вот такие вот плодики. Мякоть у него двухкамерный. Мякоть розовая. Сочный. Семян в плоде много. Давайте посмотрим, какой вес у этого томата. Что-то неровно стоит столик. 54. 50 тоже. Последняя цифра у меня не работает. Ну, вес томатов примерно до 50-60 грамм. Можно даже отнести его к мелкоплодному. Ну, вот кусты с такими плодами очень усыпаны. Даже есть с носиком попадаются. Не попадаются все они с носиком. Сорт очень сладкий. Есть небольшая помидорная кислиночка, что делает этот сорт классический. Вкус у него делает такой помидорный настоящий сорт. Подходит для консервации, но могут лопаться плоды в банке. Когда вы заливаете кипятком, они полопаются. Имейте это в виду. Сорт неплохой. Периодически его сажаю, потому что мои покупатели просят семена розового банана. Я сажаю, чтобы были семена в продаже. Ну, а так, чтобы его ежегодно выращивать, мне он не сильно заходит из-за того, что вот лопаются плоды. И раньше я выращивал со своих семян, потом все семена распродал. В этом году посадил упаковку Гавриша. И там был разнобой. Пересортится. Ну, сейчас отбираю правильные плоды. И будет все окей. На этом прощаюсь. До новых встреч. До следующих обзоров.